Всем привет, дорогие друзья. Добрый вечер. Кальмар, я. Привет. Доктор. Так, в общем, вчера я, сорян, не смог подрубить. Собственно, ничего не происходило особо. Инаугурация была. Я думал, типа, как раз инаугурацию постримить, там что-нибудь произойдет. Но я поздно домой пришел и... Бессмысленно было уже. Я просто туда съездил, посмотрел, чё кого. Встретился с Робертом. Никак вопрос мы не решили особо. Может быть, сегодня он решится наконец-то. Но это не точно. Привет, Гордон. Вчера, короче, помимо Роберта, ещё встреча с этим... С Говардом была. Там на стриме у Бабама было видно, в принципе. Кто смотрел его стрим, знает, что там происходило. Ну, собственно, Говард, скорее всего, будет мне угрожать в ближайшее время. Я не знаю, что он там будет делать. Может быть, грохнет меня. Вот. Так что надо быть аккуратнее. Экибас, привет. В общем, обстановка накаляется. Свои эти условия я Роберту выдвинул. Они, в принципе, такие. Вряд ли Роберт их будет выполнять. Но в любом случае... В любом случае... Иначе никак. А еще вчера ко мне подошел один господин. Афроамериканец. И кое-что предложил. Не знаю, сегодня он, может быть, мне напишет. И, типа, примкнет к Саймону, возможно. Но я так понял, что он радикально настроен по отношению к этим креднекам. Так что, может быть, будет боевой союзник в ближайшее время. Посмотрим. Вот. А еще... Мне нужно по просьбе одного чувака, которого я вчера встретил возле мастерской. Короче, он хочет устроиться этим тюнинговщиком. А я как бы сейчас являюсь главой. Ну, пока еще не являюсь, но на самом деле там сложно. Привет, лисичка. Так что не знаю, надо, короче, его, может быть, взять как помощника, потому что я пока что один работаю в тюнинг-мастерской, надо еще рекламу, наверное, запилить, наконец-таки. Вот. Маньячина. Да, кстати, видел маньячину на стриме у Бабама. Как раз после того, как закончил играть, зашел, а там какой-то чувак, панцирь. Ваши ставки. Привет, Дмитрий. Ну, ставки тут, конечно, сложно делать. Потому что, как бы, я, получается, сейчас один против всех. Ну, и я серьезно, как бы, сейчас выдвинул условия какие-то для реднеков. Скорее всего, они меня убить захотят теперь. Ну, это скорее... То есть вероятностью 99% я в этом уверен, что, по крайней мере, Говард точно захочет меня ёбнуть. Вот. Так что надо избегать этого человека. А еще у меня есть опасение, что таксист тот, Дмитрий, меня тоже захочет что-нибудь со мной сделать. Я слишком сильно... подорвал его ЧСВ. Так.
Блин, что я все хочу? Я достаю телефон и забываю, что я хочу сделать. Медичина, медичина. Так, так, пошло же дело. А, Кунилиус. Большое спасибо за переподписку. 6 месяцев уже, ничего себе. 6 месяцев уже работает на семью Кукусики. Кунилиус. Кукусики. Можешь проверить, есть ли там это самое. Значок. Но он вроде есть у кого-то уже. Я только не помню, кого. Как обычно. Так. Я более чем уверен, что сейчас приедет по вызову такси кто-нибудь из реднеков. Так что надо быть на стрёме. Блин, не в том месте я сделал вызов, ну да ладно. Его даже, может, и не примут в итоге. Да, да, работает значок. Он, откуда он у тебя мог быть на прошлом стриме? Окончание диалога с таксистом было просто... Блин, вызов не приняли, судя по всему. Хреново, нет таксистов. Я отсюда никак не могу уехать. Здесь даже ни одного гаража нет. Надо попросить, чтобы сюда хотя бы гараж этих самых седанов добавили, я не знаю. А то тут что-то вообще слишком пусто. Конечно, целиться сложновато. Вообще, может быть, никто не принял вызов, но кто-то приедет. КБ. Такое тоже может случиться. А, блин, надо было из какого-нибудь людного места делать вызов. Роберт. Привет, Кедр. Роберт разве таксист? Какого хера он здесь делает? Сука. Хитрый, блядь. Пидорас.
Привет, Ломзи. Блин, хули он сюда приехал? На своей тачке еще. Бля, вот плохо, что ты, кедр, сегодня не будешь в РП. Потому что... Сегодня ты очень нужен. Сука, стоит, ждет. Чего он ждет? Любой бы уже уехал. Блин, надо как-то уехать отсюда, уйти точнее отсюда. Нахер знает. Он может еще вызвать кого-нибудь, блядь, на подмогу. Съебывать отсюда. Сорян, я сейчас чатик не читаю, потому что опасная ситуация происходит. Ты переехал? А у тебя голова болит, Роберт. Что? Сейчас нормально? Ты что, таксистом устроился? Слышь, нет. Ну чего ты здесь делаешь тогда? Я здесь и купаюсь. А что? Ну... Ничего, катайся тогда дальше. Ну ладно. Вопросы какие-то? Никто. Чего? Я говорю, не обижайте. Нет, пока. Конечно, да. Ну что, что планируешь? Да ничего не планирую. Когда ты... там плавок будешь устраивать? Чего? Ты что, меня неплохо слышишь? Я заикаюсь. У тебя голова болит, я же говорю. Блядь, ладно тогда, давай. Давай.
Вот паскуда, а. Возможно, он вызвал кого-нибудь сюда из своих прихвостней. Не понял. Меня не туда отправил. Или у него голова заболела. Что за фигня? Так, это кто? Так, 8, 1, 7, 8, 8, 6. Так, так, милок. NPC какие-то подозрительные стали, у меня аж очко сжимается от их появления. Так. Джон, видимо, отвалился. Что если в стекло машины выстрелить и потом сесть, работает сигналка? Вообще можно без проблем любую машину, которая стоит на стоянке, украсть. Там не будет срабатывать сигналка. Но я пока не хочу этого делать. Только я в случае крайней необходимости... Блин, я надеялся, что приедет Дмитрий. У меня даже был план, что с ним сделать. Чтобы у него вообще очко сгорело. Ладно, надо поискать какую-нибудь парковку на всякий случай, где можно тачку в случае чего скоммунизить. I'm gonna marry the president of Hamney Bank tomorrow and quit my job. Or I'll be the president of Hamney Bank. It'll be a good game. Whatever. Oh, I understand. Totally.
Привет, Сонора. Янпас, привет. Блин, где все эти машины? Но такую херню воровать слишком имбово. О, вон ту дресню можно украсть, в случае чего. Нормально будет. Так. Блин, хреново, что Роберт тоже работает в такси. Очень хреново. А еще хреново, что гаражей нету на севере, и вообще нигде нет гаражей, кроме города. Очень сложно с этим. Чтобы тачку взять, это надо либо ее воровать, либо такси вызывать, что-то как-то вообще. Так. Блин, что с Джоном-то, ё-моё? Так, я еще вчера два телефона взял. Один это... О, Маккейни. Какой-то Маккейни. Так. Ну, где он? Так. И еще некий Алан Хоук, который хочет устроиться в фирму. А, это Silk Road. Окей. В общем, я так понимаю, что мне придется самому сейчас пиздить тачку и ехать. Не дождусь от Джона, к сожалению. Так, а что там еще за машины стоят? Не, ну там палевно. ЕГЭ. Отмычки нужны, потому что слишком легко тачки воровать. Так. До гаража сначала доехать, никуда хер не знает. Мне на самом деле должны еще пенсию выплатить. Так, что там по пенсии, кстати? Мм, 5980. Походу выплатили. Я, честно говоря, не помню, сколько у меня было, но явно меньше 5000.
Блин, с Алланом нужно поговорить. Ну, в чате-то он сидит, да. Ну, вообще, типа, у меня персонаж механик, так что ему изи спиздить машину, наверное. Но вообще нужны отмычки. Их вроде даже обсуждали на девстриме. Но когда их ведут, неизвестно. А так было бы круто, если бы все машины изначально были бы закрыты. У меня еще идея была, чтобы у всех машин привязывался номер, типа, не из паспорта, а вот какой-то отдельный номер на машину выдавался, и типа его можно было сменить только через, ну, через копов, к примеру, или через губера, ну, лучше через копов, вот. А пока ты не сменишь этот номер, типа, даже после перепродажи, даже после кражи машины, на тачке один и тот же номер остается, и его как бы можно отследить через компьютер копский. Это было бы интересно. Вкупе с отмычками можно было бы тачки воровать. Там помимо копов, чтобы еще у кого-то была возможность менять номера на машине, ну, у какой-то банды. Это все сложно прописать будет. Я вообще не уверен, что можно к машине привязать номер и отслеживать по нему. Вообще вроде как отслеживается по этому айдишнику персонажа. Хер его знает, короче, но было бы интересно. Алерты не работают. Может быть, они работают. Может быть, и не работают. Или ты про что? Так, ну 6000, может быть, даже кредит взять небольшой. В планах, конечно, отжать всю фирму у Роберта, но я пока не знаю, как это сделать. И на самом деле та машина, Доминатор, она стоит даже меньше 20 штук. Она сейчас стоит 9700. Это вообще супер дешево. Забирайте их, баланы. Отдавай. Ты мне даже деньги не хочешь уплачивать. Компенсацию моральную. Да, вообще у всех людей должна возможность быть сохранить тачку у себя в гараже. Вот ты типа украл машину. Там же еще будут в будущем переделывать багажник, чтобы его можно было открывать
любому человеку. То есть, если тачка открыта ключом, то любой может подойти и открыть багажник. Вот с такой системой можно сделать, чтобы еще и любой мог машину краденую поставить к себе в багажник. Но для этого нужно, чтобы к машине привязывался другой номер. Ну, то есть не из паспорта, а какой-то внешний, я не знаю. Когда ты тачку покупаешь, ей какой-нибудь номер назначается рандомный, блять, и он привязывается, как бы, ну, в базе данных хранится. И даже если ты в свой гараж тачку ворованную поставил, ты ее забираешь уже именно с тем номером, который к ней привязан. И ее можно в любой момент отследить. Ну, то есть, чтобы можно было как-то ворованную машину отследить. А сейчас этого невозможно сделать. Как бы ПРП некоторые передают машины через гараж. Ну, я, правда, такого еще ни разу не видел. Но если такое произойдет, к примеру, вот у человека спиздили машину, потом ПРП пишет, что у вас машина украдена. Второй, по идее, должен, воспользовавшись гаражом, передать, типа, вору свою тачку, чтобы она, как бы, и по механике была спищена. Но тут получается так, что машине будет присвоен уже другой номер из паспорта, и ее никак не получится отследить копом. То есть сменится владелец полностью. Вот. В этом большая проблема. Зачем я в маслкар опять еду? Бля, ладно. Раз уж приехал в маслкар. Пусть мучается, горю. Ух уж эти аутисты деревенские. Сейчас бы Саймона мог сбить и уехать спокойно. Надо что-нибудь дешевенькое взять в этот раз. В купе у меня 7000. Бля, я бы, конечно, машину даже купил, на самом деле. Что-то эти арендованные тачки все. Такое себе дело. Может, реально купить. Вот она, Доминатор 9700 все стоит. Можно там покупить. Руинер, он слишком открытый, палевный какой-то. Надо там покупить, хотя у нее управляемость хреновая. Ладно, гоу, там покупим. Только проблема в том, что меня смогут отследить коперсы. Точнее, коп. Один. Единственный. Подставной. Бля, не знаю. Шесть двести. Сложно. Ты не только голос у тебя лагал, ты еще дергался как-то туда-сюда.
Может быть, это с провайдером твоим связано как-то? Типа после 10 у тебя становится все норм. Я бы списал это все на провайдера, потому что у меня были такие проблемы. Но они до сих пор есть небольшие. Ладно, подвинься, пожалуйста. Проверь скорость свою. В промежуток времени с 7 там до 9. Только я не знаю, с какими серверами проверять. Их из-за какой хостинг стоит у этого сервака, но явно европейские какие-то сервера выделены. Надеюсь, этого хватит. Да, я орал с этого клипа. Очень смешно получилось. Что, интересно, баба заметил, что это не та баба. Она как бы выделялась с этими волосами и лицом. Но бабаму уже было неважно. Точнее, Джонни. Поэтому он просто взял и подошел. Но отшила она его, конечно, знатно. Что, мне не хватает денег? Блять. Блин, почему у Пикадора до сих пор эта картинка? Я же ее менял. Ой, какой аутист. Я еще не смогу теперь деньги снять, там 10-минутная задержка. Для кого сделали 10-минутную задержку? Я вот не понимаю, с какой целью это введено. У меня почему-то нет логического объяснения, по какой причине нельзя сразу снять еще денег. Типа, с чем это связано? У кого какие догадки есть? Джонни как-то слишком хорошо относится к Саймону. Скорее, это отношение Бабама ко мне. Блин, ну придется аутировать теперь. Я не знаю. У меня есть догадка. Вот смотри, тебе, сука, не хватает одного бакса. И тебя, в принципе, с 6К грабануть можно. А там вроде положить деньги можно. Их снять нельзя. Если бы их, ну, если бы в течение 10 минут их нельзя было положить обратно в банкомат, это одно дело, а их нельзя снять в течение 10 минут повторно. И это необъяснимо, как бы, но факт. Должно работать в обратную сторону, по идее. Возможно, это было введено после какого-то РП, ну, после какой-то РП-ситуации дикой, из-за которой сгорело много жоп,
Вот, и... Ну, я не знаю, как, что там за РП-ситуация могла произойти. Так. Денег-то у меня не осталось ни хрена. Ладно. Блин, я не хочу на краденой машине с кем-то встречаться. Привет, Плюшка. Смотри, я сейчас попробую таблеток выпить, а то голова болит. Go проверим. Не, хотя я не буду чекать возможность положить деньги обратно, потому что это будет еще больший посос. Но, скорее всего, так и есть. Что положить-то деньги можно, а вот взять нет. Котейка какой, а? Вот котейка нормального человека. Лапы у него только странные какие-то. На повторное снятие. Блин, вот с чем это может быть связано? С чем? Надо подумать. Ну, типа, ты снял не ту сумму. Ну, просто чтобы жопу поджечь. Наверное, вот это как бы основная идея. Ну что, наркоман? У кого я могу попросить $1? Ну, NPC же нельзя. Сейчас начало на встречу с Юичу. Так. Винсент.
Дмитрий Маликов, спасибо за 30 рублей. Спасибо, дружище. Так. Фуфун. Фуфун. Я понял, в чем идея. Ты решаешь потратить кучу денег на всякую херню, но в банкомате нельзя сделать это сразу. И ты задумываешься, нужно ли это тебе. Угу. Ну, может быть. Может быть, но не очень. Аргумент не очень. Маркетинг наоборот работает. И банки. В надежде, чтобы ты что-то купил. Они не хотят сберечь твои бессмысленные деньги. Так, куда ехать-то? Чё? Ну, встретимся в другом месте. Задолбал этот пирс. Хотя стоп, мне надо с Робертом сначала связаться. А, блин, Роберта не будет. Ну и хуй с ним. Роберта ведь нету. Он в чате сидит. Минус Роберт, значит, не знаю. Проблема в том, что... Если я предам тайну нашей жизни... Шерва. Если я предам тайну нашей жизни... Да сгорит душа моя в аду, successful. Подобно этому святому. Да сгорит душа моя в аду, подобно этому святому. Амико Ностро. Амико Ностро. Meet successful. Большое спасибо за подписку. Добро пожаловать в семью. Шляпа в чат. Сабу стало мало. Уже... Шляп не так много. Приходится самому еще скидывать. Но мне не сложно. Так. Блин, я, кстати, очень надеюсь, что смогу завтра подрубить Prey. Но есть шанс, что не смогу в итоге. Но я ведь обещал. Привет, диджей Никита. Часики-то тикают. Сейчас вот с Нигером встретимся одним. Не знаю, что ему там Роберт сделал, но он что-то хочет. Что-то хочет от него. Саймон, да, рабов нашел. Окей. На пирсе так на пирсе. Prey скучно играть и смотреть, это я знаю, поэтому стримов по Prey так и не появилось, был всего один. Но я обещал ради Нянпаса, который уходит в армию, подрубить. Нянпас, а ты во сколько 15 числа уезжаешь?
8. Блин, значит, с утра не получится. Ну ладно, я постараюсь. Напьюсь энергетиков и постримлю. Придется очень много энергетиков выпить, наверное, чтобы не уснуть во время стрима по Прею. У тебя, наверное, нога болит, может, вон, смотри, лавочки впереди. Ну, давай. Какие-то маленькие лавочки, походу, детские. Это я даже не знаю. Так о чем ты хотел поговорить? Смотри, Саймон, вот ты мне скажи, я вчера краем уха слышал, да и вообще как бы люди говорят всякое. Я, насколько я знаю, раньше ты работал на Yellow Jack Logistics и всю их, в общем-то, группу компаний, всю их вот эту инфраструктуру, оформленную на Кейна и О'Нила, в том числе и Yellow Jack, и все поставки, вот эти отгрузки. Я правильно понимаю, кто-то там юристом был или экономистом? Да, я был бухгалтером. Ну и... Вот и... Документы вводом, и... если так можно выразиться. Я понял. Ну смотри, значит, и насколько как бы я знаю, ну опять же, никаких доказательств нет, у вас там что-то не так пошло. Вот, и то, что я вчера видел и слышал, в общем-то, как-то они к тебе плоховато относятся. Я думал, у вас как-то разладились отношения, да? Ну, да, произошел один неприятный конфликт. Вот, и теперь мы... Ну, я как бы уволен из Yellow Jack Logistics. Да и вообще не общаюсь с ними по возможности. Я лишь хочу решить оставшиеся пару вопросов с ними. Ага, смотри, значит, честно говоря, я, собственно, чего и хотел с тобой поговорить, у меня тоже с ними достаточно вопросов накопилось. Конкретно и к рыжему вот этому, к Летусу Болту, или как он там правильно называется. Вот, и еще у меня есть вопросы к Кейну, их меньше, но тем не менее есть, и все такое. Вашему этому главарю, бывшему твоему начальнику, Нилу. Ну и, в общем-то, всей шайки, которые там рядом с ними тусуются, в лице, по-моему, Горда его зовут, и его подсоса, вот этого вот имбецила, девственника и так далее. Смотри, значит, я, в принципе... Да, я понял. То есть, ну, скажем так, мы не поладили пару раз со всей этой бригадой и все такое. Если у тебя есть какие-то вопросы, которые ты должен с ними решить, я с удовольствием, я и... Мои ребята, мы окажем тебе поддержку, как бы, вообще не вопрос. Потому что, ну, люди нам очень неприятны, и при любом удобном моменте им поднасрать, так скажем, я это сделаю. Вот, но да, вообще я заинтересован понял. С ними поговорить очень, так скажем, откровенно, тет-а-тет. Вот, и мне важна любая информация, которой ты владеешь, вообще о них, о каких-то их передвижениях. То есть, никто их убивать, конечно, не собирается, но, допустим... пообщаться бы с ними, я бы очень хотел. А как бы последнее время они, ну прям вообще, прикинь, не разлей вода нахер. Ходят постоянно все вместе. Да, ну, да это всегда так и было, в принципе. Ну, как бы с Говардом и Джонни они стали общаться только после пропажи Честера. А раньше они как-то... А, да, это который Говарда вот этот избегали. Баллотировался Честер, да? Да. Я как раз пытаюсь разузнать, что с ним случилось. Просто
Роберт вспомнил о нем не в очень удачном свете, так сказать. Вот, а что касается информации, что я о них знаю, ну, знаю я достаточно много. Мне... Я не знаю, как бы, что тебя интересует конкретно. Смотри, дело в том, что... деле... Дело в том, что вчера мы разговаривали с Робертом и... со стороны Говарда там и прочих его друзей сыпались угрозы, ну, касательно моей жизни. Подожди, Говард, он... Ты что, его видел? Он же вроде в федеральном розыске, за ним охотятся все, кому не лень. Да, он вчера возле мэрии крутился, я тоже удивился, что он там был. Пиздец. Это очень интересно. Я поговорю с одним человеком. Насчет него. Отлично. Слушай, если ты мне вообще информацию какую про Говарда дашь, это будет самой вообще ценной для меня инфой, потому что он вообще номер один в моем списке. Мне, ну, очень сложно встретиться. В моем тоже, честно говоря. Вот, видишь, у нас с тобой даже есть общие интересы как таковые. Смотри, на самом деле, как говорят умные люди, мертвые ребята выгоды не приносят. В общем-то, ваши вот эти вот твои бывшие друзья, твои бывшие работодатели или коллеги, как ты их можешь называть, в принципе, я готов вообще их иметь постоянно и как бы с их бизнеса кормиться. На самом деле, я, собственно говоря, почему и говорю тебе, что мне интересно, чтобы они жили. Пока вот этот логистикс их работает, пока бар их работает, они, в принципе, могут деньги приносить нам. Я понимаю, что никто нам добровольно это отдавать не будет, но тем не менее. Поэтому, в общем-то, определенные люди, и достаточно их круг, кстати, я могу тебе сказать, обширный, также заинтересованы в том, чтобы с этими людьми пообщаться. Единственное, что нам нужно, это разделить их как-то и выловить. В городе это очень тяжело сделать, они постоянно, блин, катаются всей группой на севере. Но на севере мы в худшем положении, потому что я, честно говоря, не очень, во-первых, север знаю, где они там тусуются, могу только вот Yellow Jack на слуху у меня, там как бы пару раз их встречал. Ну, могу сказать, что большая часть из них живет на ферме. Как минимум четверо. Ферме. Да, Говард, где он обитает в последнее время, я, честно говоря, не знаю, но я хотел это выяснить сам. Вот. Ну, последний раз я его видел вчера возле мэрии. Как раз таки он был на мотоцикле. Слушай, это очень странно. Возможно, он совсем потерял страх или голову. Просто он стал сумасшедшим довольно давно. Блин, и его ничего. Я знаю, он, мне кажется, вообще отбитый всю жизнь был, нет? Я просто да, не поэтому... с ним знаком. Поэтому с ним лучше как бы не говорить. Точнее, разговор с ним может закончиться плачевно для той или иной стороны. Да нет, я думаю, понимаешь, если мы его выследим как бы внезапно для него, я думаю, все будет плохо конкретно для него. Я его ищу уже, честно говоря, неделю, блин. Я уже поднял на уши определенные организации, людей, которые так или иначе могут с ним взаимодействовать, но все глухо. Даже долбанный детектив, который ныне, блядь, в розыске, или где он там, не знаю, уже сдох. Даже, я не знаю, я в свое время с ним добазарился, то, чтобы он мне дал на него, так скажем, время с ним первым поговорить. Я говорю, если у тебя какая-то, хоть вообще самая косвенная информация о нем появится, я бы очень просил тебя ей поделиться. Я обеспечу тебя защитой и всем остальным, что тебе необходимо. Да, да, я тебя понял. Ну... Как только я что-нибудь о нем узнаю, я обязательно сообщу. Может быть, даже сегодня. Дело в том, что... Я понял. Он, скорее всего, живет где-то на севере, все так же. Но я знаю последнее местоположение, где, как бы, Роберт хотел с ним встретиться. Может быть, тебе будет полезно. Это где? Это на севере, недалеко от тюрьмы штата. А что ну, там за место какое-то особенное? Или ну, что, такое быть, глухое место. Я могу показать тебе на GPS.
Да, давай потом в машине покажешь. Да. Ну, Слушай, он да. вообще, кстати, вот Говард, он на севере жил раньше, у него есть какая-то квартира, может, или я не знаю, или он на ферме там обитал. По-моему, после увольнения из полиции он потерял как дом, так и работу. В общем, он долгое время жил то ли на свалке, то ли, не знаю, где-то еще. По крайней мере, он так об этом говорил. Понятно. Слушай, значит, вот ты с ними взаимодействовал довольно длительный срок. Какие у них вообще вот передвижения, может быть, ты вспомнишь, какие вот, может быть, у них, я не знаю, планы есть, что они делают по вечерам, когда, я не знаю, я часто вижу определенных людей в мэрии, я так понимаю, они занимаются отмыванием бабок, потом уезжают к себе на север. Ну, Какие маршруты вообще они вообще, используют? как бы единственный маршрут, связывающий город и север, для них является это как раз-таки мэрия. Ну, они, бывает, заезжают в полицейский участок, если им что-то нужно. Но я все как бы общение с Робертом, которое я с ним проводил, мы постоянно ездили, и пункты, которые мы посещали, это была мэрия, гараж в порту и полицейский участок. А 90% времени они тусят у себя в баре или на ферме. Ну, на ферме только под конец дня. Ага. Слушай, ферма она большая вообще? Ну, да, там большой земельный участок. Там много загонов всяких для этих свиней, для коров и прочего. А сама Они ферма там часто? такой большой дом, огромный. А, я понял. Они часто вообще загоны эти проверяют, там свиней кормят или что у них там еще, какие животные есть, или может быть что-нибудь там выращивают? Хер его знает. Ну, вообще, да, они говорили мне, что я могу заниматься, ну, там, доить коров и свиней, там, что-то со свиньями делать, не знаю. Но при мне они редко выходили туда. Я как бы видел Роберта несколько раз, как он обходил свои владения, но это было очень редко. Это хорошо. Слушай, еще такой вопрос. У них есть какие-то, я не знаю, может быть, ну, я не, блядь, даже не знаю, как это сказать, может быть, какие-то тёлки, с которыми они тусуются, которые там были бы им дороги, или может быть, еще какие-то люди, о которых я не знаю. Надо подумать на самом деле. В основном они общаются со своей тесной компанией. И друзей в городе у них не особо много. Как бы они недолюбливают всех городских. Ну, это мягко сказано. Поэтому единственные, кому они доверяют, это люди с севера. И то не всем. Я помню, как каждый, кто заходил в бар, они его проверяли или спрашивали, откуда он приехал. А, кстати, смотри, у меня еще такая информация есть. Насколько я могу доверять официальному сайту департамента нашего полицейского, или это уже губернаторский сайт, у них лицензия на бар закончилась. Как бы они с этим как-то будут вообще вопросы решать или чего? Не знаю. В данный момент я с ними никакую связь не поддерживаю, Ага, я так понял. что не могу сказать. Слушай, еще такой вопрос. Место, как бы твое место сейчас кто-нибудь занял? Ведет туда бухгалтерию, возможно, счета какие-то, отчеты? Ну, на тот момент, когда я еще работал там, они хотели взять юристом Джонни. Видимо, он когда-то работал адвокатом или еще кем-то. Джонни, Так это вот что этот, который, этот, блядь, он имбецил, что ли, в который... кожаной куртке всегда ходит. А, все, да, я понял. Вот, ну, Блядь, собственно, какая-то нахер команда может быть, отморозков, он пиздец. заменит мое место, я не знаю. Но я ввел финансовый учет и прочее. Может быть, он будет только юристом. Не могу точно сказать. Я понял. Слушай, еще такой момент. Сейчас поставки как бы продуктов или что они там возят, товаров осуществляется. Вот это так самый тот самый логистикс, о котором мы ведем речь. Какие-то работники наемные у них имеются?
Ну, вообще, раньше имелись, но двое работников уволились. Ну, я знаю, что Алан хотел уволиться. Он был одним из лучших работников в фирме. А последнее время, ну, еще там числился сотрудником Джордж Бликс или Брикс. Ну, в общем, Джордж. У меня документы все есть, кстати. Со всем списком работников. Слушай, Алан, это, блин, я не знаю, конечно, может, совпадение и все такое, но это не тот, который сейчас в полиции работает? Да, именно он. Но он уволился оттуда после последних событий. Хера себе. Так, а второй, он вообще чем занимается, который вот этот Брикс или Бринс? Ну, я, честно говоря, с ним мало общался. Ну, он просто был добытчиком. Перевозил грузы и добывал ресурсы. У них еще есть два охранника. Ну, или вышибалы, я не знаю. Это Дмитрий, к сожалению, не знаю, как его по фамилии зовут. Он обычно ходит в такой спецовке с серой и кепке. И говорит так очень... Не знаю, у него голос прокуренный какой-то. Как его зовут? Дмитрий или как-то так. Вроде бы Дмитрий. Он городской? Я, честно говоря, не помню. Нет, он тоже с севера. А второй это Говард. Второй охранник это Говард. А не типа у него security, да? Ну, получается, что так. Просто последний раз, когда я хотел организовать встречу с Робертом, он послал именно Дмитрия на встречу, и тот приехал, чтобы надавать мне по лицу. Только он промахнулся, и я успел как бы, ну, в общем, там такая ситуация произошла довольно комичная. Пиздец, они по лицу не могут попасть, бог ты мой. Ну, он, я знаю, что он очень много пьет, этот Дмитрий, так что от него особо... Ну, явно он не профессиональный киллер какой-нибудь. Да, это заметно. Так, отлично. Слушай, ты мне очень тут, в принципе, полезную информацию, да, надо ее сейчас будет сопоставить на самом деле, что-нибудь придумать. Смотри, какие вообще у тебя, что ты хочешь от них поиметь, или какие-то у тебя есть планы? Что за вопросы? То есть, кого-то есть пару вопросов, которые нерешенные с этими ребятами, в том числе с Унилом. Что ты от них хочешь? На данный момент я хочу лишь два условия, которые они должны выполнить, как бы. Это выплатить мне компенсацию за то, что я работал там бесплатно в фирме. Ну, не то чтобы бесплатно, я не получал деньги за свой труд. Вот, а и второе, это узнать, что случилось с Честером. Потому что я не верю Роберту. Но он точно знает, что... С Честером, ну, точнее, точно знает, что с ним произошло. Во всяком случае, вчера он мне говорил, что он ничего не знает. Но дело в том, что он вспомнил о нем как раз в тот день, когда мы все и поссорились. А, кстати, этот Честер, он, я так понимаю, был тебе дорог, другом твоим. Его вообще полиция ищет? Ну, какое-то время искала, на данный момент не знаю. Во всяком случае, города он не покидал. Точнее, штата. А с чего ты взял? Так сказали в полиции. А, вон оно что. Так, отлично, хорошо. Слушай, Саймон, я вообще хочу у тебя кое-что спросить. Ты знаешь такого человека, как Макропсвар? Ну да, я, правда, не очень хорошо его знал. Но знал людей, с кем он общался. Он пропал как раз в тот день, когда все полетело. Вот, кстати, я просто думал, возможно, ты с ним знаком и ты его видел в то самое время. Дело в том, что мы с ним проводили время. Вот, и когда мы, как так скажем, по разным местам разъехались,
и нам нужно было встретиться. В общем-то, я потерял его из виду, до сих пор не могу его найти. Прошло уже достаточно много времени. Я сам ищу информацию о том, что с ним случилось, но дело в том, что последний раз я его видел вместе с Робертом и детективом. И они сидели Так. в одной машине. А это где было и почему, как так получилось? В общем, я не знаю, там долгая очень история, Подожди, ты я... сказал с детективом? Да. Дело в том, что детектив был наркоманом. И Ну вел это я себя да, это я очень знаю. неадекватно. И как раз в тот день, Макроп приехал меня, так сказать, спасти, потому что эти двое привезли меня на ферму, и я не знаю, что они хотели со мной сделать. А потом, когда Макроп приехал, он как бы поставил их всех к стенке и зачем-то вызвал полицию. Хотя я на тот момент уже не доверял никому из полиции. В общем. Это было где, ты сказал? Это где было? На ферме. Там, где они А, то живут. есть, получается, приехали полицейские из северного департамента. Да. Нет, не северного. Там на службе, видимо, был всего один сотрудник, и приехал именно сотрудник LSPD. Вот Это оно что. какой-то сержант или патрульный, Я понял, я это не очень. уверен. Спасибо, это очень полезно. Потому что В я тут общем, тоже все пороги обиваю и ищу Мокрова. дело в том, что они вместе с Макробом, вот этот детектив и Роберт, они должны были приехать в полицейский участок, но свернули не туда. Я так понимаю, они туда не доехали, да. Да, мы когда приехали к участку, там никого не было. И мы долгое время там ждали, но так никто и не приехал. Так, ясно. Спасибо, значит. Саймон, значит, смотри.